Привет, мои дорогие друзья! Сегодня мы с вами научимся играть на баяне замечательную композицию «Одинокая гармонь». И разбор заказал мой уважаемый подписчик Ёж из Тимашевска. Ну что, погнали разучивать! Итак, мои хорошие, основная тональность ми-минор, фа-диез при ключе. Размер у нас 3/4. Вальс. Буду показывать одним пальцем. Моя основная задача вам показать, какие ноты, какие клавиши нужно нажимать. Погнали! Можно аккордами. Терциями. Заканчиваем в тонику. Смотрим внимательно на левую руку. Играю басы. Входим в тонику.